Хет-трика в матче против Спартака за счет победы, в котором Дельта миновала Кристалл. Все залетает. Все, я ложусь на свой диванчик и отдыхаю, потому что пока у саратовцев летит все в ворота ЦСКА. И как в хоккее сейчас Петр Капков поменяет своего вратаря? Вопрос на кого? И мы уже видим, что на площадке появляется Роман Фомин. Молодой, юный голкипер ЦСКА. Всего в заявке у армейцев три вратаря. Черевань, Фомин и Алексей Широков, 16 номер. Несколько повторов конфетного, изящного, вкуснейшего гола бисиклетой ударом через себя. Анатолий Переметина.